Теперь моя очередь. Не надо, не надо. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поиграем в игрушку Sir You Are Being Hunted. Интересная игрушка, где у нас как бы зомби-апокалипсис, но только робот. Вместо зомби эти роботы, собаки-роботы, дирижабли-роботы. И все объявили охоту на нас. Интересно, не правда ли? Так что погнали сразу играть. Давайте World, новый мир. Выбирать нужно либо охотника, либо офицера. Сэр, если вы слушаете это, значит эксперимент обернулся катастрофой. К сожалению, вы стали заложником архипелага, но не волнуйтесь. Мегалит должен быть где-то неподалеку. С его помощью и при удачном стечении обстоятельств вы все же имеете шанс на побег. Слушайте предельно внимательно, и возможно, вы сможете спастись. Боюсь, обломки механизма разбросало по островам. Во время эксперимента они сильно накалились. И, пожалуй, сможете найти их по дыму. Отащите их и вернитесь к мегалиту. И тогда мы сможем отправить вас домой. К моему глубочайшему сожалению, сэр, ужин придется отложить. Но я надеюсь, вы сможете найти чем подкрепиться. Ведь вам понадобятся силы. Угоститесь чаем с печеньками в близлежащих домах. Жильцы не будут возражать, так как они... Ну... Их нет дома. И да, берегите себя, сэр. На вас объявлена охота. Вот мы в игре. В игрушечке нашей. Итак. Вот там уже вижу осколок. Цель этой игры, как я понимаю, собрать осколки в этом алтаре. Сколько их надо? Не знаю. Ну, наверное, много. А вот, может, 6. И каждый этот осколок позволяет нам сохраняться. Без них никак больше не сохранится. То есть, если ты умрешь, то начинай все с последнего сохранения. Либо сначала. Так, у нас сразу в инвентаре есть пушка. Тут нужно бояться разведгрупп и также дирижабля. Точнее, воздушного шара. Давайте заберем фрагментик. И сейчас посмотрим, заполняется ли вот этот воздушный шар, заполняется ли этот шестиугольник. Нет. Но прогресс мы сохранили. Где у нас есть пушка, 10 патронов, один уже в стволе, и револьвер, где 6 патронов всего. Вон уже первые роботы. И если будет стрельба, на вас бегутся все ближайшие роботы. А если еще воздушный шар вас увидит, он поднимет такую тревогу. Меня уже заметили. Первый есть. Попал. Попал и подеет 2 выстрела в голову. Как же тяжело по тебе попасть. Дергаешься. О, убил. Револьвер можно сразу в самом начале использовать, потому что такое себе оружие. Да. Убив робота, не факт, что тебе еще выпадет оружие с него. Она может просто сломаться. Ты ни патрон не получишь. Ничего. Ага, все. Тут уже за мной бегут. Больше нет? Там нет. Есть тут и есть тут. Есть. У нас кровотечение. Ух. Напряженочка. Аккуратно. Лучше с этим оружием не шутить. И как можно меньше промахиваться. Да, тут есть мясо, которое нужно жарить. Где тут еще труп? Ага. И к нам летит, знаете, что фигово то, что... Воздушный шар. А подождите-ка. Я не попаду. Блин. Пытаться пробежать. Давайте пробежим. Стоп. Стоп, 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 стоп. Тут засядем. На нас прям светит. Заметил. Черт. Так, а где тут труп? Вот он. Сломано. Как можно заметить? Пока что никто не бежит. Странно. И да, у нас есть здоровье, также есть как бы еще одно здоровье. Ну, будем называть это голодом. Блин, револьвер. Ну ладно. В основном всякий трэш спавнится в домах. Уже солнце садится. О, топор. Блин, как сложно попадать. Ничего, сейчас привыкнем.
Я вот целюсь в голову, может, можно и в торс стрелять? А? Офигеть. Тут он сидел в засаде. На самом деле, для такой игры тут неплохой искусственный интеллект, как у этих роботов, как мне кажется. То есть они бегают, они пытаются что-то сделать, поймать тебя. Не хватит. А, так, сюда, значит. Сюда, сюда, сюда. И немножко тетрис. Может, тут ружье у тебя будет? Нет, тоже сломано. Не везет. Ух, лети, лети отсюда. Так, сюда. Все, сохраняемся. Блин, персонаж замучил разговаривать. Давайте потише его сделаем. Кстати, весьма интересно то, что роботов не так уж и много. Хотя я был замечен и дирижаблем, и стрелял. Опа, двое. А там еще четверо. Давайте поставим мы... 10 секунд. Все, вот сюда кинем. Патроны на револьвер еще. Они к нему подойдут. Я сзади их убью. Ух, там их много. Встань, 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 беги. Это светлячок. Патроны. Вот сейчас их много. Вау-вау. Так. Ага, сзади, да? Близко ли ты? А почему я тебя не убил? Крепыш. Они обходят меня с уксурон. Это перестрелка. Ни черта нет. Давайте топор возьмем на всякий случай. Ага, у нас уже поставлены троечку. Это, мне кажется, придется их принимать. Ладно, пришло дело. Время пушки. Блин, промахнулись. Обходим их сюда. Сюда. О! Так хорошо все начиналось, и мы умерли. Хотя еще нет. Мы еще держимся. Да нет, да как так-то? Вот это я нуб. Вот это я нуб. Вот тут, кстати, как раз процесс приготовления. Спички, кролик, ну либо мышь дохлая, либо еще какой-то грызунчик. И дровишки. Но дровишки можно находить на карте. Куда мы шли? Мы шли туда, да? Попробуем еще раз. Там большая толпа, можно из них много вкусняшек добыть. Только лишь бы патроны заспавнились так же. Кстати, знаете, что я заметил? Небо похоже на The Low Dark. И это мне нравится. Мне очень нравится такая графика, она чем-то приятна. Да, он тут до сих пор. Попробуем сейчас вот так вот его. Блин, все равно 4 патрона никуда. Так-с. Давайте жопки облутаем у домов. Ну, вроде все спавнится так же, как и в прошлом сохранении. Ну, по крайней мере, патроны тоже я нашел. Там он, вижу, уже целится на меня. Один робот. Топор, еще один, спички. А только один. Не может такого... Нет, не может, конечно же. Конечно же, не может. Щипцы. Чнюшки. А, так, наша старая тактика. Да ладно, все пушки повзрывались. Все, они меня увидели, да, походу? Или только на звук они среагировали? Не знаю, но лучше отойти. Ага, да, можно в торс стрелять. Какая-то крепость. Или что это, монастырь? Давайте в этот монастырь. Да, это, походу, монастырь. Опа! Вы видите, да? Да, это монастырек.
Вы видите какое-то скопление этих роботов. И это повод нам туда отправиться их всех перестрелять. Мы же самый известный убийца этих роботов. Подкрадываемся. Сейчас я вам покажу, как охотиться на робота. Ох, какая крупная дичь-то. Первый есть. Целый барабан на одного. Сейчас они поближе подойдут, тем более они идут толпой. Ой, тихо, нет, не-не, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Тебе просто кажется, я просто... Кустик. А, он замолкал. Ой. Бежим, бежим. Так, тряпочка и этот вот бурбончик или что-то такое. Ой. А я не увидел их лазеры. А, вы это не видели, мы... Что-то такой же опытный охотник. Зачем нам проходить по стелсу? У нас, блин, есть ружье, которое я пока не хочу использовать, мне его жалко немножко. Есть дробовичок. А может мы маньяк с топором? А, робот, ты об этом не думал? Надеюсь, вас тут двое. Ну ладно, это был прикол. На самом деле у меня есть дробовик тоже. На что мне кинуть? Можно бутылку. Ой! Офигеть. Шел, называется, на разведку. Я думал, ты дальше пойдешь. Не убил? Ну, вы понимаете, это повод. А! Отступаешь? Ты чё? Давай, дерись. Мне кажется, он тоже залагал. Дерись. Опа. А вот. Его ж откинуло. Какие-то семена странные. А, нет, они тоже восполняют немножко здоровья. Голод. А вон. А вон еще двое. Ребятки, я тут. Давайте сюда им. А, можно ж так. Ух-ух-ух-ух. Сейчас мы сюда кинем наш будильничек. Давай. И встанем туда. Ха-ха-ха-ха. Даже сюда встанем. Ха-ха-ха-ха. Ой, блин, заметил. Ну ладно, план сорвался. Офигеть. Вот это они меня рашат. Издалека хочет стрелять. Ух, мало хп. Где тряпки? Тряпки, это. Переключаемся на пистик. Перезарядка. Еще один идет, блин, видит меня. Отлично. Блин, как это забавно. Светлячок, не пали меня. Меня тут нет. Зато можно попытаться сбить дирижабль. Только вначале сохраниться. Думаю, я тут много их выкосил. Так, хватает. Да, достаточно места. Изумительно. Идем на кругляшок. Мы теперь их ночной кошмар. Шок то, что уже утреет. Думаю, они в шоке. Эта ночь прошла для нас очень ужасно. Мы потеряли, наверное, штук 20. Давайте их пошибаем. Роботы, я тут. Давайте мы эту снайперку испробуем. Она мощная. Хух-хух. Стоп, это неужто... Они попасть по мне не могут. О, блин, ну ладно. Его ответочку хорошо просадил. Ну неужто у вас только, блин, эти шотганы? Какие-то вы, блин, неопытные. Ну благо с едой проблем нет. Шотгана я не дострелю до воздушного шара. Хотя, кто знает. Давай, первый мы из шотгана стреляем. Я убил. Что с него упало? Вообще его
Его можно залутать, как будто бы в водолазке. А ну-ка. Тревога сбилась. Тревога спала. Подожди. А ну-ка. Нет, ты от меня теперь не уйдешь, дружок. Бой надо принять. Кровотечение. Меня рашат еще. Блин, попал. Какой-то опытный вояка, видимо. Смотрите, там какие-то другие идут, золотые, что ли? Или мне кажется. Да, какие-то в цилиндрах. Ну ты чё, я ж тебе только что разбил твой проектор, прожектор. Все, давай, прекращай. Не надо тут суету наводить. Ой. И что вы стоите? Давайте стреляйте. Опять с дробашами. Ой. Окружают. Еще сзади. А, тут двое. Теперь моя очередь. Не надо, не надо. Давай сюда. Да мы, блин, герой. Черт возьми. И опять все. Все, мы умерли. Блин, ну было неплохо. Было интересно, экшоново и очень кровопролитно. Так что на этом будем заканчивать игру. Спасибо за просмотр. Надеюсь, игра тебе понравилась, было тебе весело. Ставь лайк. Пока.